В Пятигорской епархии заложен новый храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Чин закладки совершил архиепископ Пятигорский черкесский Феофилакт вместе с местными ребятишками. Подробности в сюжете наших коллег. Всю жизнь ждем и Богу молимся. Мне 87-й, мне тяжело, но я жду, может, дождусь. В поселке Шахтеров Медногорском в Карачаево-Черкесии храма никогда не было. Православной общине 5 лет, но все эти годы по разным причинам не удавалось получить место под строительство, как оказалось, в чем-то к лучшему. Это время послужило объединение людей. Если сначала это было всего лишь несколько человек, инициировавших желание построить храм, то сейчас это уже не один десяток человек, жителей нашего поселка. Православное казачество, конечно же, в первых рядах тех, кто поможет строить, несет лепту. Пока Медногорское казачье общество окормляется в Кирилло-Мефодиевском храме соседней станицы Преградной, расположенной в 5 километрах от поселка. Так как у нас храм один, мы там регулярно участвуем во всех праздниках, мероприятиях. Также здесь будем вносить все, что нужно, от нас зависящее. Архиепископ Феофилакт откликнулся на просьбу жителей поселка назвать свой храм в честь русского святого Сергия Радонежского. По традиции заложил первый камень вместе с юным поколением будущих прихожан. Знак того, что все делается во имя будущего. Всю жизнь проработала в школе и, знаете, уроки литературы свои строила именно на духовности, на нравственность. И то, что здесь будет храм, мне кажется, это очень хорошо. Это, понимаете, ну как, это светло. Это у каждого будет светло на душе. Любовью и единением спасемся. Для многонациональной Карачаево-Черкесии слова преподобного Сергия Радонежского актуальны и сегодня. И неудивительно, что именно этого святого молитвенника земли русской избрали небесным покровителем будущего храма в поселке Медногорском. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Карачаево-Черкесская республика.